Здравствуйте, ребята. Сегодня 21 июня 2023 года исполнился бы 61 год легендарному человеку. Ну, слушайте, это феномен. Для меня это феномен. Такой же феномен, как и Юрий Шатунов. Виктор Цой. И сегодня ему исполнился бы 61 год. Конечно же, ребята, я не волшебник. Из Санкт-Петербурга я сегодня попасть не смогу, потому что сейчас нахожусь я в Москве. Но в Москве есть такое интересное место, куда всегда можно прийти в день памяти легендарного Виктора Цоя. Это стена памяти Виктора Цоя, которая находится на Арбате. И сегодня мы, скорее всего, с вами туда дойдем, поприсутствуем. Может быть, я куплю по пути цветы, ребят. Цветы, может быть, куплю, потому что, насколько знаю, там ставить их некуда. Не знаю. Ну, просто для вас, для поклонников Виктора Цоя, я, так как нахожусь рядышком, плюс контент моего канала, это все-таки дни памяти великих людей, а Виктор Цой... Извините, Виктор Цой — это легенда. Это легенда, которого любят, помнят уже 3-4 поколения людей. И молодежь его обожает слушать, ребят, это феномен. И сегодня ему исполнилось бы, напомню, 61 год. К сожалению, 19 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе, уснул за рулем, столкнулся с пассажирским автобусом. Произошло это, по-моему, в Латвии. Я не готовился, ребят, честно. По-моему, в Латвии это произошло. Виктору Цою было всего лишь 28 лет. Да, умирать он не собирался. Человек, по-моему, не имел званий ни народных, ни заслуженных. То, знаете, вот эти вот звания, вот эти вот бумажки, они вообще ничего не значат. Вот я провожу параллель. Потому что что Шатунов, что Игорь Тальков, что Владимир Высоцкий, что Виктор Цой, все эти люди, легендарные музыканты, которых, к сожалению, уже нет в живых, они до сих пор любимы, их помнят, в дни их памяти собираются поклонники, поют песни. Организуются места памяти, организуются вечера памяти этих великих музыкантов. И сегодня мы, 21 июня, с вами доедем до Арбата. Я, кстати, там давно не был. Доедем до Арбата и посетим, как называется, стена памяти Виктора Цоя, которая там находится. Официально, между прочим, находится. Ее не убирают. Мама, я знаю, мы все сошли с ума.
ждет возле стены памяти Виктора Цоя, я не знаю. Цветы не купил, потому что их здесь нет. Так получилось, ребят. Ну, слушайте, я еще наверстаю обязательно, вы же знаете. Двигаемся в сторону стены памяти Виктора Цоя. 21 июня 2023 года. Арбат. Так, слышу нотки. Группа Король и Шут. Девушка. Напоминаю, что это прямая трансляция YouTube-канала Андрея Флора. Дошли мы до стены памяти Виктора Цоя. Напомню, сегодня у нас 21 июня 2023 года. Сегодня Виктору Робертовичу Цою исполнилось бы 61 год. Вот. Слушайте, цветов нет. Что удивительно, я переживал, что я без цветов как-то подхожу. Знаете, цветов нет вообще. Мне кажется, я сейчас выглядел бы очень бы странно, если бы я пришел с букетом цветов, даже с одним цветком. Это там тупо нет ни одного цветка. Стоят, значит, музыканты какие-то с какими-то гитарами. Девчулька наяривает классику на... Это как скрипка, это что это? Немножко подожду. Может быть, что-то произойдет. Мне что-то подсказывает моя чуйка, что здесь может быть какое-то представление. Потому что там пацаны с гитарами. Поэтому немножко задержусь, ребяточки. Может быть, удастся отснять какой-нибудь интересный для вас контент. А так ничего особенного на Арбате. Раньше Арбат был более многолюдный. Нет, раньше Арбат был другим.
Немножко поснимал для вас. Как-то так проходит вечер памяти Виктора Цоя у его стены памяти
на Арбате в Москве. Вечером, как мне сказали, вечером будет концерт. Самодеятельность, вот это все там. Вот немножко я застал, как хор пел группу Крови. Не буду я ждать до вечера. Я устал. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Все, ребятки, огромное спасибо за внимание, за то, что посмотрели ролик. До новых встреч на YouTube-канале Андрея Флора. Пока вы живы, ставьте мне лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь. Все, до встречи на кладбищах Москвы. Пока. И не только Москвы, кстати. Следите за обновлениями, вы будете в шоке.